подземный город. На самом деле просто перекрыли все улицы крышами такими, а поверху построили дворец для папы или кого-то. Века. Под римским и русским. Это нам оставили, чтобы мы убедились, что под нами есть еще кое-что. Еще там слои культурные. Ну, вот это вот. А под от русским вообще, наверное, первобытные люди. Да, так что там даже какую-то композитную инсталляцию сделали. А это копия из фрески, которая находится...